Привет, ребята, с вами Валера. Сейчас я буду играть против Шарингана в 1/8 финала мобильной звездной битвы. Вот его состав: Кантанам, БП, Пиле в нападении. И у меня немножко распределено все-таки. Так, у него... Он решил немножко подтушить. Главное сейчас не дергаться, Вот, мой звездный игрок перехватывает мяч. Я особо не вижу, что-то происходит, потому что я пальцы закрыл. Есть один гол! Башкира! Дернулись не вовремя, очень не вовремя. Ну вот, просто оставили центральную зону открытой. Оставили открытую центральную зону и все. Тихо. Хорошо. Дергается. Пейсинг не работает, тут не так как положено. Какой красный ты ч... Класс! Супер! Супер, я без центрального защитника остаюсь. Главное не разводиться. Даже доиграть не дали. Ясно. Что хочешь? Я тебя переместил на ЦЗшника. Выманивать надо. Что ты будешь делать? Я не... Хорошо. Хорошо хотя бы так. Нет, обратно. Вы так в позиции проигрывающих. Десятером. Так ты что ты так стоишь? 2-2! Руди Вёллер! Защита. Если забьем третий, будет хорошо. Если перед мячи не пустим. Вообще класс. Нет. Подведите на него. Да что ты такой туп? Я жму пас, он тупит несколько секунд. Вот. Кантана просто взял и забрал мяч. Я просто в шоке. Все в атаку. Как десятером играем? Да.
Все, он просто на вынос играет. Ну, я не знаю, что тут сказать. Я сделал все, что мог. Убило меня удаление. В начале, точнее, в конце первого тайма. И вот каков итог. Я в шоке. Я в полнейшем шоке, я уже в тильте. На этом мое участие на мобильной звездной битве окончено. Ну и все. Оканчивается мое путешествие. И не Таля, а комедия. Всем пока.